На улице Демьяна Бедного из-за медвежьей услуги случилось ДТП, в котором получил травмы невиновный водитель. В больницу с подозрением на сотрясение мозга вынужден был съездить 30-летний водитель Honda Vezel, совершенно не ожидавший столь резкого изменения своих планов. Хабаровчанин ехал по главной дороге со стороны улицы Большой в направлении Краснодарской. Его кроссовер занимал второй ряд. Виновник аварии на Харьере выезжал из дворов и пытался свернуть налево, чтобы двигаться в направлении центра города. Местный житель попал в ловушку, как ни странно, из-за желания не создавать проблем другим. Он знал, что должен уступить дорогу всем. Однако один из автомобилистов, приближавшийся к нему слева по первой полосе, притормозил и дал понять, что даст возможность ему выехать. Благодарность и желание не задерживать доброхода привели к поспешному решению о выезде. 37-летний водитель Харьера дал газу и тут же оказался на пути Везела, ехавшего за притормозившим по второму ряду. Друг друга участники ДТП увидели, когда изменить что-либо уже было нельзя. После довольно сильного столкновения обе иномарки оказались на встречной полосе, создав тут затор. Вину водитель Харьера признал, дав письменное объяснение сотрудникам ДПС о том, что он не убедился в безопасности выезда. При этом новичком на дороге мужчина не является. Свой водительский стаж он исчисляет с 2009 года. Страховой полис у нарушителя имелся. Пострадавшего в больнице задерживать не стали. Он вскоре вернулся на место аварии, чтобы решить вопрос с эвакуацией своей машины. Диагноз – сотрясение мозга, лечение амбулаторное. С места происшествия Ульяна Крамаренко и Андрей Алферов.